Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Да, у нас было здесь обновление. Давно я не заходил, поэтому давай соберем все наши награды, которые здесь вообще доступны. Так, на почту зайдем, что у нас тут. Так, 100 синих кубков. Вау, нормуль. Так, все. Все, что могли, мы с тобой здесь забрали. Так, переходим сюда, смотрим. Я так понимаю, прокачать можно сплинтера. Ну, я не знаю. Может быть, нам все-таки Рокстеди лучше покачать. Покачал. Один левел поднял. Прокачка обалденная просто. Что мне тут на почте, я не могу понять. А, еще награды, оказывается, были. Так, слушай, где-то в инвентаре, да? Точно. В инвентаре я могу все это приумножить. Так, тут у нас большие ячейки с мутагеном. Кстати, вот я так и не понял, как ребята используют вот этого четырехзвездочного кренга. Как? Что для этого нужно сделать? Я не понимаю. Не хватает ресурсов, говорят. Ну понятно, что не хватает. Зачем же мне тогда дают этот ключ? Смысл. Так, что у нас тут? Забираем. Так, здесь. И все? И это все награды? Стоп. Нет, это не все. Вот здесь у нас еще что-то есть. Ага. Вот это я, пожалуй, заберу. Здесь и здесь. Вот здесь вот пропустили. Нормуль. Так, еще можем, да, прокачать. Вот. Улучшение скилла. Совсем другое дело. Опять здесь что-то мы с тобой можем забрать. 500 зеленых кубков. Угу. Так, в нашем убежище. Забрать это все, что ли? Давай заберем. Так, ну что, я получаю 405 кубков и 93 синих кубков. Так, здесь у нас награды. Забрали, квест типа выполнен. Ну все, все, квест выполнен. Что ты мне показываешь, зависаешь тут. Так, кстати, здесь можно нам что-то прокачать. Я, наверное, лабораторию все-таки прокачаю. С вашего позволения. Так, это то, что мы с тобой приключения прошли. 18-10 тоже. Забираем 18-15. 18-20. 5 героев прокачанных. 18-25. Слушай, дофига мы тут с тобой нахапали-то сейчас. 18-30. Так, 19-5. И вот здесь уже 19-10. 19-15 будет. Дальше 19-20. Обалдеть, сколько же у нас тут. Хотя, ты знаешь, не так уж и много. Так, сгенерируйте, сколько там, 100 тысяч мутагена, видимо, мы сделали с тобой. Скрапа 100 тысяч. И квест выполнен. Окей. Поехали дальше. Получить 28 героев, 500 тысяч. Такое ощущение, что как будто мы только зашли в игру, но получали столько всяких наград. И левел ап герой. А, комната еще улучшена. За это получаем, за то, что прошли сезон с тобой шестой. А теперь... Ага, что тут у нас? Вау, вау, вечеринка. Рафаэль отжигает. А это, так понимаю, нет, ну это же не Эйприл. И это же не Кейси Джонс. Ага, а это... Черепах, смотри, там, кстати, Шреддер. Рокстеди и Бибов спешат на пляж. То есть хотят на разборке подоспеть, да? Ну, они подоспели. Кстати, у нас новый комикс. Ага, вот мы высадились, по ходу дела, да, получается? Не мы, а эти. Опа, они на черепах. Вау, а Рафаэль тут до сих пор тащится, в толпу, короче, прыгает. Слушай, пока, видимо, Рафаэля не было, поймали вот этих жаб. Довольный Шреддер побежал с ними, короче, а эти довольны стоят. Но здесь еще два брата, я так понял, осталось, да, которые схватили.
эти лодки и, видимо, погонятся сейчас за Шредером. А мы, естественно, на дирижабле. А в то время Рафаэля там стал это таскать на руках. Прикол, короче. Ну что, давай здесь мы с тобой заберем. Что-то еще тут у нас опять есть. Ревард. Вот здесь вот 100 синих кубков. Забрали. Так, и я так понимаю, видимо, есть прокачка. Или прокачка, или усиление. Ну, улучшение наших бойцов. Да, тут есть прокачка. Да еще и усиление. Экипируем абсолютно все. Также сделаем на нашего Чингиза все улучшенное ставим. Также еще и на Сплинтера. Естественно, от этого не становится круче. Вау-вау-вау-вау, Шреддер, успокойся. Не надо буянить пока. Твое время придет. И так он похитил этих лягушат зачем-то. Я не знаю, для чего ты их вообще стырил. Так, сезон 6. И, видимо, сейчас должно... Ага, ну я понял. Обновляется все. Мы с тобой забираем 25 монет и плюс 100 зеленых кубков. Награда так себе. Ну, монетки, в принципе, это хорошо. Хотелось бы посмотреть, кто здесь разыгрывается. У нас, по-моему, есть монеты, насколько я помню. И сезон 6 здесь же, по-моему, выбирается. Выбираешь себе персонажей, да? Покупаешь их за монеты. У меня 2245 в данный момент монет. Сейчас посмотрим. Я, наверное, что-то путаю. Я, наверное, что-то путаю. И... А где же это тогда делается? Dimension Clash? Здесь, что ли? Нет, Dimension Clash это у нас... Что это такое-то вообще? Я не помню. Что за Dimension Clash? Это что-то новое. Мировой тур. Да подожди ты своим мировым туром. Вот это что ли? Так, а у нас интересно с тобой, сколько вообще скрапа накопилось? Я смогу сейчас его обменять? Если бы я еще мог вспомнить, где он обменивается. Прикинь, а я все позабыл. Может быть это в приключениях? Что тут у нас? Принять. Забираем все это. Все, что у нас накопилось. Ага, опять награда. Пока мы тут с тобой все искали, у нас накопилась награда дополнительная. Так, ага, мы еще можем с тобой открыть 6 ячеек. Так, выпадает нам Эйприл. Давай еще одну откроем. Это у нас Рафаэль. Погнали дальше. Леонардо. Очень мало, конечно, прибавка идет к силе. Всего лишь плюс пяток. Тут 7 на бибопчика выпало. На сплинтера плюс 6. И последний это Ирма. Тоже плюс 6 к силе. Так, и 2 кубка мы можем с тобой... А, вот здесь вот. Так, опять же Рокстеди 72, это уже хорошо. 72. И последний... Это у нас Ренет. Ну, Ренет у меня не прокачан, поэтому как бы меня не особо это удовлетворяет. Так, здесь что у нас? Посмотрим. Что я могу... Бокс какой-нибудь взять можно? Мне этот, в принципе, парень не нужен. Ну, как бы нужен, но не двухзвездочный. А это кто у нас? Это Шреддер. Тир первый. А здесь можно выудить... 1000 стоит. Это можно выявить или это 100%? Или это мне нужно открыть, накопить на сундук, только после этого я получу вот эту награду. Вот в чем вопрос. Да нет, вроде бы как тут. Ну да, этот сундук я получаю и... А до этого что я получу? Короче, я попробую, наверное, друзья, да? Ого. Смотри-ка. Тут даже вот такие будут. О, я до них даже еще не дошел. Да, друзья мои, Chrome Doom новый. Это же... Это же не Шреддер. Или Шреддер. Да нет, это какой-то Chrome Doom. Я не знаю, ребят, кто такой. В первый раз его вижу.
И также можно получить шредера. А шредер-то какой здесь у нас? А, так двухзвездочный. Нафиг он не нужен. Блин, ну вот этого, конечно, четырехзвездочный тир 2 было бы вообще круто. А здесь, ну, ты сам видишь, что здесь можно получить Рея двухзвездочного. А он у меня уже, по-моему, трехзвездочный. Но не забывай, что здесь есть тир 2. На тир 2 ты уже получаешь, нифига не получаешь. Тоже нифига. Только лишь здесь Тока трехзвездочный, это же Тока. Тока. А на последнем тире ты получишь. Ох, вот это было бы, конечно, смачно. Зорокса получить четырехзвездочного. Но ты посмотри, какие тут суммы. Сколько тут монет нужно пиндрючивать, чтобы получить его. Так, мы опять что-то получили с тобой. Что-то получаем, все получаем. Так, у нас в инвентаре ничего нету? Оу, да как нету-то? Целая груда всего тут. Можно все это юзать, юзать и юзать. Скраб. Слушай, ну скраб у нас много. Ведь где-то же мы можем с тобой менять этот скраб на улучшение наших персонажей. Я просто никак не могу... Блин, опять это автоматически. Я просто никак не могу запомнить, где он находится. Так, прокачаем. Давай, наверное, опять же Рокстеди. Че, докопался до Рокстеди, да? Скажешь ты. Сам не знаю, ребят. Вот, видишь, скраб у нас там. Ага, это Рокзар трехзвездочный. Вот у нас, вот он. Там, по-моему, 2500 нужно всего лишь для того, чтобы улучшить. А, это же вот здесь как раз и делается, да? Где у нас? Подожди, скраб. Секунду. Ну, по-моему, здесь раньше было. Была возможность такая. Скраб обменять на улучшение. Почему-то сейчас его нету. Ладно. Здесь опять мы что-то с тобой получили. Мировой тур. Забираем свой ревард. Две награды. Здесь и здесь. Трэш какой-то. Я вообще начну сегодня игру или нет? Или так и буду получать слишком крутые плюшки, фишки? Опять что-то тут. А, 50. Что-то тут слишком быстро награду отдают нам. 300 опыта. Тут, кстати, уже и левел можно прокачать. Левел, давай. Какой батл пасс? Не надо мне батл пасс, вот. Ну, все, надеюсь. Ну что, друзья мои, блин, и здесь теперь что-то получили. А где я? Отметки нету. Пошли, короче, приключения, будем смотреть. Здесь-то что? А. Не, ну серьезно, куда скраб-то делся? Раньше был, сейчас нету. Блин, хочу фиолетовых накопить. Очень-очень-очень много фиолетовых хочу накопить, чтобы можно было получить еще одного четырехзвездочного героя. Все, короче, пошли на битву, иначе мы тут зависим с тобой. Хотя я не уверен, что мы сможем выиграть этого Леонардо. Вот серьезно тебе говорю. Вот в этом я не уверен. У него 17 тысяч мощей. Так, авто. Давай на вторую скорость. Оу. Йоу. Смотри, смотри, смотри. Сейчас анимированные вставки даже пошли. Это, конечно, круто, с одной стороны. Но с другой стороны... Кто? Ну, блин, нас сейчас тут, по-моему, вынесут, ребят. Да, скорее всего, 100% тебе говорю, вынесут. Воу, и один... Один Рокстеди остался, и все, ему кранты, ребят. Я не... Вот серьезно тебе говорю, я не знаю, как здесь можно сделать. Как здесь можно выиграть их. Они меня петрушат только шорох. Сколько бы я ни пытался тут сделать, ничего не выходит. Прокачивать? Кого прокачивать? Пойдем, наверное, в PvP с тобой поиграем. Так, здесь, кстати, можно что-то прокачать. Тут офигеть у нас майнинг идет. Со скоростью света. Да? Так, а это что такое? А, понял.
Где у нас шестой канал нам нужен с тобой, чтобы сыграть в один поединок там. И 5 PvP боев. Погнали. Шестой канал. Сейчас посмотрим, будем мы вообще дальше продвигаться или нет. По прокачке раньше все было бы четенько. Так, батл. Команду я стал прежним, что у меня там вторая скорость. Вау, Кейсит, Донни. Это все мои персонажи, да? Так, бомбашат. Так, что-то какая-то скорость слишком зверская. Дай хоть разглядеть там, что творится. Ну, я тебе скажу, как-то помягче стало играть. И вот эффекты более такие, значит, не напрягающие стали. Так, остается тут один, да? Шредер ему в спину. Да, мы даже никого не потеряли. А нам нужно было один с тобой бой сыграть, да, один. Поэтому, в принципе, можно отсюда выходить. За кадром я уже хорошенько побью этот, как сказать, шестой канал. А сейчас нам нужно 5 PvP боев. То есть, получается, друзья, нам нужно с вами, я не знаю, я и так прокачивался. Нужно, значит, еще больше и лучше, и сильнее прокачиваться. По-другому, я не знаю, ребят, как еще. Как тут еще сделаешь? Так, этот слабенький получается. Лео тоже здесь слабый. Вот фавориты такие у нас. Погнали. В принципе, PvP бои можно, ребята, и на второй скорости. Потому что это не основная, как бы, наша, да? Драка. Здесь не обязательно за кем-либо следить. Основные поединки у меня, когда вот в компании мы играем, там, да. Я заметил, когда Эйприл берет интервью, она станет противника. И что-то мне подсказывает, что нас тут сейчас нахлобучат. Хотя нет, мы сплинтера вражеского подбили. Сейчас Крэнга. Крэнг. Блин, нас двое и их двое. Кто кого? По-моему, мы их. Да, у меня Чингис вырубает кожеголову, и мы с тобой здесь проходим. Хотя Эйприл чувствует себя не очень хорошо, потому что она оглушена была. Но, тем не менее, один поединок мы сыграли с тобой. Получается, нам нужно еще 4. Погнали. А вот как вот по основному сюжету двигаться, блин, я ума не приложу. Этих братьев, блин, не завалить. У них какая-то, я не знаю, может быть, синхронность идет, что они друг друга дополняют своими ударами. Там Майки этот постоянно станет. Леонардо бьет. Критует. Офигенно, то есть мои ребята даже не успевают. Там хилы вот эти вот, типа Сплинтера и Эйприл. Они вообще там не заходят, ни шиша. Так, Рэй сейчас. Тыдыч. Все, одуплился Рэй. Так, мы двигаемся с тобой дальше. И это был второй поединок. То есть еще 3 нужно сделать. 3 боя. Вот здесь вот я еще понимаю, здесь, по крайней мере, ну... О, Ирма. Здесь мне нравятся вот эти анимированные вставки. Очень прикольно, кстати, сделали их. Так, бомбим. Ты видишь, Чингис там наяривает, будь здоров. Опа, мы потеряем сейчас Сплинтера. Шреддер уже потеряли. Опачки. Только красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, только один остался. Нет, ребята, здесь его шваркнули, к сожалению. Прикинь. Так, ну, если я с тобой сделаю немножко по-другому. Здесь я их не могу поменять, это только на поле боя. Их можно расставлять в разных там. Давай я вот так сделаю и Эйприл уберу. А почему это вот такой, ну, смотри. Аура такая горит. Типа он супер-пупер усиленный, что ли, или что? Наш Сплинтер, как всегда, в самом эпицентре боевых действий. Где-то в середине стоит, и его все бомбят тут. Это меня напрягает, серьезно тебе говорю. У них тут антракс, я смотрю, а этот что еще за хламон тут? Что это за демон еще был? Ну, вот тут сейчас легко подбили. Не понимаю, то легко, то тяжело. Так, и последний, по-моему, да, поединок? Или предпоследний? Погнали. Ну,
Что там, я не пойму. Так, ну, в принципе, Шредера вражеского мы должны сейчас уничтожить, так же, как и Микеланджело. Майки уже готов. Так, Дементор этот бесявый. А, мы его уничтожили уже. Ну, тогда остается там Шредер вражеский и Антракс. Все, им крышка. Нормуль, нормуль, тут не поспоришь. Все хорошо получилось. Ну что, пойдем забирать награды? Или подожди, или нам нужно... Нам нужно отыграть именно пятый бой. Да, скорее всего, отыграть. Пять поединков надо. А после этого заберем награды. Ну, не совсем уверен, что нам тут очень много чего дадут после этой драки. Прокачка. Я в тот-то раз еще, когда мы с тобой в последний раз поиграли, я, помнишь, говорил, не могу, ребят, ничего сделать с ними. Я думал, сейчас хоть что-то изменится. Хоть как-то их, ну, знаешь, я не знаю, там, принизят, блин, да? Паролят. Ничего подобного. Как была имба, так эта имба и осталась. И как с ними драться? Шиш его знает. Вот коэффициент побед. Сколько кто чего нанес, кто захилял, кто там атаку нанес. Так, забираем с тобой награду, тогда уже. Давай, давай. Не глупи, игра. Забрали. Так, здесь тоже забираем. Слушай, так быстро копится. Награда это. Типа, подожди минуту, и она у тебя будет вновь. Так, здесь бесплатно. 100 зеленых кубков. Открываем с тобой ключ. Нам выпадает Бакстер-муха. Ну, на 2 звездочки, конечно, это вообще ни о чем. То, что мы поиграли на 6-м канале, мы тоже получаем награду. Нам нужно с тобой пройти как-то, вот, я не знаю, 19:30, только после этого мы получим награду. Ну что ж. Давай еще разочек. Еще разочек и... В приключения идем. Давай смотреть. Так, если мы с тобой поменяем команду. Бибоп. Я не знаю, нужно ли нам менять его. Сплинтера, наверное, мы уберем вот сюда вот. Чингис. Может быть, вот так поставить. Ну, ты видишь, что... Смотри, у него 11 тысяч, у нас 6. Он, считай, в 2 раза сильнее. В 2 раза. Ладно, попытка не пытка. Давай посмотрим, что там у нас выйдет. Сплинтера выносит сразу же. Просто сразу, ребята, вырубает его. Шредер накумалил. Кто его так бомбанул? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Лео, наверное, да? Минус Шредера. Так, интервью у кого-то там взяли. Мы застанем с тобой Рафаэля, но это ненадолго. Вот что Рокстеди там бегает, это все, ребята, чушь полная. Он даже никого не пробивает, потому что они все в броне стоят. Никак. Никак у меня не получается. Хоть ты тут расстановку сделай, хоть ты что. Не получается. Ну а если мы, например, вот этих выставим. Вот так, в один ряд. Сплинтеры очень быстро вырубают. Его можно было бы, наверное, заменить, в принципе. Но у нас тогда еще станет меньше мощей. Мы так-то с тобой на пределе тут дрынкаем. И опять же он бежит вперед. Ну, дурачок, Сплинтер. Сразу видно. Нет. Его опять сейчас накумарят. Он уже в стане. Сейчас ему удар сделают. И он, как всегда... Да. Он отдупляется, ребята. Сразу же почему-то следом идет Шредер. Я не понимаю, почему так. Этот психует Лео. Начинает он крутиться, вертеться, как этот заводной апельсин. Теперь кого там заставить? Донни, да? Все, смотри, что происходит. Эйприл уничтожает Рафаэль.
И здесь у нас Чингис один не справляется. Вот и все. Придется, ребят, за кадром набивать все это дело. И после тогда уже встречаться в следующей серии и попробовать здесь пройти. Другого варианта я не вижу. Тут бесполезно, уже все перепробовал. И причем не один раз. Так что будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.